Всем привет, мои дорогие друзья! Свое новое видео я начинаю с моих работ. Хочется с вами поделиться, чем я занимаюсь. Смотрите, я вам рассказывала, что я сожгла у мамы утюгом рукав. И сверху я вот пришила вот такое вот. Так красиво получилось. Правда, очень было сложно все это строчить. Сегодня я решила добавить сюда вот такую брошку сделала. Брошка без нитки, без ничего, просто из ленты. Да, так получилось классно. Еще я подумала, может сделать таких три брошки. Три брошки, да? Знаете, почему я не пришила? Потому что когда стирать, чтобы не было проблем, а так сделать так, допустим, еще три можно. Может четыре сделать, а может три. Ну, что-нибудь можно придумать еще. Тем более я научилась это делать. А сейчас я хочу, я вам показывала уже платье свое, видео, видите, как начала. А сейчас я хочу, трендовая роза такая, платье вышло великолепно, просто обалденно. Как одна знакомая увидела и сразу дала заказ, да не только одна знакомая, многие. Если, говорит, начнешь шить, я на очереди. Так вот, у меня таких два платья. А еще у меня очень много есть чего интересного в планах. Снова я с шитьем. Посмотрите, что я придумала. Только закончила. Посмотрите, это чоппер. Красиво. Смотрите, как я сделала все, как положено. Боже. Это на шею его можно нацепить. Но посмотрите, совсем другое дело. Всем добрый вечер, мои дорогие зрители. Я на кухне, готовлю ужин. Что я приготовила? Кебаб. Кебаб приготовила с картошечкой. Тут у меня тесто. Может, хачапурку одну пожарю? Не знаю, мои дорогие. Здесь сегодня приготовила, знаете что? Капуста у меня была. Капуста. Добавила чуть-чуть туда муки. Пряности, оливковое масло и запекла, чтобы капусточка не пропадала. Сейчас я буду сюда все заложить. И не знаю даже, знаете, как получится. Делать соус или нет, потому что очень жирные эти кебабы. У нас 6 часов. Через час, наверное, это все будет готово. Включила кондиционер. Уже мусор собирает, надо выбросить мусор. Сегодня пятница, развратница. Сегодня праздник. Всех православных поздравляю с крещением, мои дорогие. Я зажгла свечку, почитала «Отче наш». А мужу сегодня говорю, кто сегодня принимает душ, тот становится православным. И он так перекрестился. Пошутили. Вот. Погода сегодня такая приятная, теплая. Ничего не делаю, не занимаюсь уборкой. Вчера все перешила, такая довольная. Еще знаете, что я вчера один чупер сделала? Какой красивый кебаб получился. Хорошо, что я сделала в духовке, его приготовила. Почему? Потому что видите, как он уменьшились, как котлетки. Вот. Также я приготовила вот такой салатик. Почему так свет падает некрасиво? И вот такой хачапури. Давно я не делала хачапури, давно не кушала. Сейчас мы будем ужинать с мужем. Там греется плов. И есть повод для такого прекрасного дня. Почему? Потому что я снова реинвестировала в себя. Мой муж, красавчик мой, инвестировала в себя. А на салашке купила новую NFT, которая будет приносить мне доход. Пошло раз. Всем доброго утра, мои дорогие. Начинается новая неделя. У нас так хорошо. Сами видите, какая погодка, какое небо красивое. Чем я занимаюсь? Кайфую. Кайфую, наслаждаюсь своим свободным временем. Всем тем, что я делаю. Вчера был у нас дождик,
сидели дома с мужем. Вчера у меня были гости, мы с ней 4 часа вместе провели, познакомились, пообщались. И так время прошло незаметно. Потом я рисовала, общалась с партнерами. Ну и как всегда, с птичками. Ой, что они творят. Мы поставили им такой домик. Почему поставили? Потому что принцесса начала искать какие-то дыры, да, в доме. Что это значит? Возле кондиционера есть дырка там. Она все время там проводила время. И мой муж решил, что ей нужен домик, что она готова плодить птенцов. А Мавиш вообще на нее не смотрит. Вот в чем проблема. Мавиш все к шикер. Серенада ей поет, за ней летает, они целовались. Ой, и знаете, они уже, принцесса в этот домик залезла, вошла и вылетела оттуда. И также и шикер, в общем, им нравится. Скоро, наверное, у нас будет пополнение, если... Принцесса готова? Мавиш не реагирует. Шикер? Ему нравится? Поет серенады, а она не согласна отдаться ему. Вот такой у нас треугольник любовный. Новая проблема в доме. Дай Бог, чтобы это была последняя проблема, мои дорогие зрители. А я пошла. Какие новости? Все одно и то же. Никаких новостей нету. Про новости Турции рассказывать не буду. Я рассказываю про свои новости. Ты такой холёсенький, красивый. А где мама твоя? Вот. Новостей таких нету. Все одно и то же, все хорошо. Ну, а дальше посмотрим. Сегодня базарный день. Покажу вам, что мы купим. Многие из вас мне... Я общаюсь, дружу с моими зрителями, подписчиками. И они просят, чтобы я показала вам море. Сегодня оно замечательное, спокойное. И тепло, знаете, мне стало жарко. Видно, сегодня был рыбный день, рыба. Вот на этой лодке, кажется, они едут, выходят в море и ловят рыбу. И потом здесь продают они. Не успела я сегодня. В принципе, у меня дома есть самон. Что, мои дорогие, возвращаюсь я домой. Шикарно провела время. Походила. Сейчас меня ждет мой ашкымчик. Буду ему готовить завтрак. Каждый день думаю, что ему приготовить на завтрак. Вот у меня есть подруга, она рассказывает мне, что она не заморачивается. И муж ее тоже не заморачивается насчет завтрака. Что есть, то есть. А мой любит красоту. И что-нибудь разненькое. Каждый день одно и то же не может. И вот или картошечку пожарить, или яички сделать салатиком, или картошечку отварить, или баклажанчик, когда есть баклажаны по сезону. Яйца там по-другому сварить, пожарить по тусуджику. Каждое утро это у меня... Знаете, что происходит каждое утро? Чудеса какие-то на кухне творю. Хачапури вчера приготовила так неожиданно, потому что не оказалось хлеба. Чуть-чуть было хлебушка. И вот так вот, мои дорогие. С утра у меня фантазия работает бурно.
Я всегда думаю, что бы такого вкусненького приготовить моему супругу и себе. Не хочется уходить. Как давно я не выходила? Ну, не знаю, что со мной происходит такое, что не хочется выходить из дома. Неужели весна наступила или еще будет холода? Поживем, увидим, правильно? Главное, чтобы мирное небо было, спокойная земля была. Это самое главное, и здоровье было у нас у всех. Сейчас рассказала вам о завтраке, а у нас были такие времена с мужем, когда мы завтрак было одним и тем же, и не как сейчас, сыры несколько видов, маслины разного цвета, еще что-то. Было такое время у нас с мужем, когда, даже помню, одна знакомая, она все пыталась прийти ко мне, познакомиться в начале моего приезда сюда. Я, говорит, возле твоего дома. Ну, а мы действительно только проснулись, и она все навязывалась в гости ко мне. И а мне-то было стыдно ее пригласить. Она говорит, я поднимусь к тебе на завтрак. Да, а я не могла ее угостить, так как она привыкла. И, может, она ожидала много чего лучшего. Поэтому я прям так и говорила, что мы только проснулись. Вот, мы только проснулись, а муж еще лежит. Потому что мне было стыдно приглашать ее и ничем не угостить. Сыр один одного вида, его ее не устраивало. Вот так были и такие времена, друзья мои. Сейчас я благодарю Бога и Вселенную за то, что имею. И когда-то были такие времена, когда у нас был холодильник старый. Мы с мужем идем, старый и пустой. То есть то, что покупали и кушали сразу. Многие пишут, зачем вы столько морозите всего. Наверное, от того, что пережили какие-то плохие времена и мечтали об этом полном, заполненном холодильнике. Мы идем с ним и думаем, вот по магазинам ходили, мечтали так, любили мечтать. Говорит, вот этот холодильник купим. Мой муж говорит, зарплату получу. Сделаем закупки мяса, кур, рыбу, поставим туда пиво, все напитки, чтобы были прохладные. Овощи, фрукты, это купим. А я говорю, ой, Ашкин, дай Бог, дай Бог. А у самих холодильник был пустой. Вот, и холодильник новый. И морозилка заполненная, и сам холодильник полный. Значит, надо верить, мечтать, визуализировать, и у вас все получится. Главное, не падать духом, а верить во все хорошее. Возле нас открылся такой магазинчик здесь рядом, и говорят, что цены хорошие. Даже такие же, как на базаре. 20 лир патриджан, 19 помидоры, но эти помидоры, видно, какие-то неживые. Все по 35, ничего. И зелень, говорит, всегда. Не смотрите, какой большой магазин. Здесь раньше были птички на этом месте. Сейчас сделали магазин. Вот базарный день. Все продают уже и на дорогах стоят. Зелени полно. Ой, за что люблю Турцию? За то, что здесь только зелени. И шелик. Без салатов мы не живем. Каждый день у нас салаты. Это такой большой плюс. Фрукты. Все натурально, все вкусно.
Правда, сейчас помидоры не все такие вкусные, как хотелось бы, желать лучшего. Но все-таки покажу вам цены на мясо до 31 января. Скидки на 40 лир. Что на 40, что на 20, да на 30. А, это 400-519. Вот это хорошая скидка. Таш-кебабы. Не показывала вам наших птичек. Ну как их не показать? Немножко увеличила, чтобы видно было. Я сижу здесь немножко подальше от них, села. Смотрите, что они делают. Я им сорвала вот такие веточки. Они любят веточки гранатовые. И вот они работают, отрывают. Вот у них эта работа. Шикер все поотрывала. Она такая у нас деловая. Куда мавишь? Мавиш перешел в атаку. За хвост ее кусает. А это работает, видите? Смотрит на нее. Одно удовольствие на них смотреть. Релакс. Принцесса, что ты хочешь сказать? Дай мне кистерсу. Дай мне. Принцесса камеру любит, принцесса. Мавиш. Мавишок. Сашка, мам, чай пью. Какое смешное у нас. Любит, любит эту девочку. А? А она никак от него не в восторге, видно. У нас дома шоу. Мавиш сегодня наелся мяты и устраивает здесь танцы, дискотеку. Потерялся принцесса. А это принцесса. Где принцесса? Ашка, нежде, куш. Подожди, стой. А она провалилась сюда. Вы видите, что творится? Папи, какие они сладкие, я не могу. Шкип. Ой, они наше развлечение. Сируны мои, сируны. На кондиционере. Хадыги. Чабук. На Мавиша посмотрите. Добивается женщина. Уже ногой на нее наступает. И кусает за ее хвост. Дело к свадьбе идет. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.